Какой сегодня замечательный день. Ясное небо, вокруг зелень и свалка. Прекрасный вид. Дорогие жители Павлово-Посадского района, и особенно те жители, которые живут вот здесь. Вам нравится вот эта свалка? Мне вот вообще не нравится. Она здесь уже очень много лет. Я здесь периодически хожу. Да, здесь очень много людей ходит. Кстати говоря, вот этот переход, он, судя по всему, не самый безопасный. И тут я уже обращаюсь к работникам, собственникам, ну и прочим официальным лицам компании «Российские железные дороги». Мне бы очень хотелось, да и тем, кто здесь ходит, тем, кто пользуется вот этой тропинкой, чтобы эта свалка исчезла. Вот смотрите, я писал на сайт «Добродел». Мне отписывались, мол, пошлем запрос в Павлово-Посадскую администрацию, пошлем запрос... Уже из Павлово-Посадской администрации непосредственно пришел ответ через портал «Добродел» о том, что мы пошлем запрос в РЖД. Я уже пытаюсь добиться какого-то ответа года полтора, наверное. Вот смотрите, здесь битые стекла, вот здесь даже асфальт есть. Да? Мне пришел ответ, что, мол, мы здесь поработали, да, что-то укатали, закатали, засыпали землей. Ну, если вот это называется «засыпали землей», или как там у них это называется, то мне кажется, что кто-то врет. В общем, что я хочу? Чтобы местные жители, во-первых, не бросали здесь больше мусор. Или те, кто здесь проходит, смотрят, здесь какой-то бытовой мусор, здесь какой-то строительный мусор. Здесь, в общем, свалка, типичная свалка, несанкционированная. И в то же время хочется обратить внимание нашей местной администрации Павлово-Посадской на эту проблему. Ну сколько можно? Вот, честно говоря, я даже не понимаю, зачем был вырыт котлован, эта яма. Насколько я понимаю, это было еще в те времена, когда строился прокол, так называемый, да, который вот чуть-чуть подальше вот там находится. Ну а почему бы не засыпать эту яму в конец? И вообще как-то не оборудовать вот этот вот переход? Потому что, честно говоря, не очень удобно им пользоваться. Переход есть, конечно, вот там. Согласен. Но тогда хотя бы, не знаю, закройте, что ли, здесь переход. Потому что люди им все равно пользуются. Ну и самое главное, уберите, пожалуйста, эту свалку. Хе-хе-хей! Ура! Яму таки закопали. Ну неужели? Ну, правда, не до конца, но тем не менее. Клёво, мусора больше нет. Он весь под землей. Yeah.